Всем здравствуйте! Хочу продолжить видео про капусту, где я садила рассаду под снег капусты. Вот хочу показать, что у меня получилось. Давайте вот здесь вот лучше видно. Сюда я садила редис. Вот редис видно, что взошел. Вот видите, вот это редис. Вот редис, его тут хорошо видно. Это вот синий редис. Дальше. Вот здесь поменьше взошло. Вот редис. Это французский. Сейчас, вот он. Французский завтрак. Ну вот дальше шпинат садила. Шпинат пока не взошел. Ну и здесь на всей грядке укроп. Так, давайте про капусту. Вот здесь я садила капусту. Чтобы вам видно было. Вот здесь у меня пекинская капуста. Капуста пекинская. Вот она взошла. Видно. Палочку возьму. Вот это вот пекинская капуста. Вот она взошла. Да, кому интересно, посмотрите видео. Оно, правда, длинное. Вот и пекинская капуста. Салат пока не взошел. Вот у меня вот здесь коралл клары, цветная капуста. Вот такая. Она мне, конечно, не очень понравилась, но у меня оставались семена. Я ее досадила. Вот она фиолетовая. Вот палочкой я показываю. Вот она вот фиолетовая. Видно? Вот маленькая-маленькая фиолетовая. Вот взошла. Вот взошла. Я всегда говорю, садите больше, тогда у вас что-то вырастет. Вот зашла. Больше семян сейте. Так. Здесь вот у меня капуста. Европейская капуста. Было 5 всего лишь семечек. Сейчас покажу ее. Семена из Европы. Треви F1. Капуста цветная. Такая зеленая. Вон, видите, написано. Сделано в Европе. Что у нас тут? И вот он, видно, да? Вот зашел. Вот один зашел. И вот один. Было 5 семечек. 5 семечек. И что у нас еще тут зашло? Что у нас тут еще? Сугроб пока не взошел, не вижу. Капуста сугроб вот садила. Капуста сугроб пока не взошла. Вот из ленты были у меня какие-то семена капусты. Вот она, вот ее видно. Вот она взошла. Вот она взошла. Вот ее видно. Вот видите листочки. Так, ну а июньской. Вот тут у меня еще июньская. Капуста белокочанная июньская. Ее всходов я пока не вижу. Вот. Ну, вот сюда села сидираты. Вот, пожалуйста, сидираты всходят. Тут самосевом, вот если видно, самосевом еще редис. Вот тут у меня семена редиса сама выращиваю. Потом сажу. Еще всходят. И укроп всходит самосевом. Так, сегодня у нас 5 апреля. 5 апреля. Вот такой результат на 5 апреля. Все, всем всего хорошего. До свидания.